Нет, никуда не приходит, но я всегда на месте. Опа. Хах и мат получается. Ёб твою мать. Ладно, под дом уже замерли. Опа, получил по сраке. Взрывных, да? А кто его убил-то? Вот там подбегают, по-моему, не? Там типы купаются в воде. Уа, бля! Нет! У нас в спине еще или кто? Да, в спине тип. А! Точно ван-то? А то что-то как... Ой, бля! Только... Или увернулся. Мне вот эта херня... Личико слепит. Она против меня играет. Вот этого можно убить как-нибудь? Ну, блядь, помоги! Go home, ну вот он тебе сейчас даст go home. Нахер мне это надо? Я же изгнать? О, сюда, 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 сюда. Пойдем go home, согласен. Я нихера их там не вижу. Ну все, обратно можно файтиться, как новенький. Только там типы, о, подошел уже. Где ты там стоишь-то? Он вылетел, что ли? О-о-о! Нет! Ты чё?
что ли, своих взрываешь? Кинул, блядь. Не мог отмену нажать. Это было бы охренеть. Но клип был бы сразу. Ты должен чувствовать своего стримера. Так, ты сейчас почувствуешь модератора. Давно жду уже 10 от вас, моя госпожа. Ура, блин. Вы там развлекаетесь? Кайф. Так, а кто издалека стрелял? Кто-нибудь вообще в Куршавелле? Это ж не Каин стрелял, Каин здесь был. Вот, я же говорю, издалека кто стрелял. Я жопу чувствовал. One more, maybe solo. We have vision. Отсюда он его не достанет даже. А, достает. Ну, блядь, да, на краю. На сарае у этого. Yes, one guy. Push him. А он со стервятником, наверное, ходит и лутаются люди. Вот так они дают даже, наверное, уйти. Ему похер на награду и на эту. Southwest. А, он на выход, что ли? Ули, блядь. Get up. Я бы эту катку вырезал на твоем месте. Она забавная. Так, услышал. Спасибо, что это. Я на самом деле вспоминаю об этих вещах, Марсыч, когда уже добрый вечер. Типа, блять, а какое мне видео? Я вот сегодня залез, мало клипчиков. Ну, у меня было в архиве мало клипов, чтобы сделать шортс. Я думаю, бля, когда встать на эти лыжи? Примерно хоть раз в недельку вот высылать. И думаешь, знаешь, вот несколько дней там стрим какой-нибудь, ну, не очень хан пошел, и что-то не было каток. И вот я забываю, бля, вчера вот это было, вот можно было бы ее резануть. Нормальная тема. Спасибо за напоминание. А еще знаешь, как бывает? Вот в момент катки в динамике смотрится клево все было, блядь. Бам-бам, что-то килы-килы. Разбираешь, когда хочешь вырезать клипак. Ну что-то какая-то кажется, типа, там килл, но там вроде что-то от угла сыграл, там. То есть, когда несколько раз смотришь, уже нарезаешь, кажется, что-то то ли сам себя уговариваешь, то ли хер знает. Но в любом случае, как материал это. Good job. А я думал, он стал просто так контролить труп, а потом понял, что он АФК. То есть, когда его убили, я не сразу понял. Думаю, что ты там стоишь-то? Прямо он стоял в одной позе все время за этой железякой. Но я думал, он первый тир этот контролит, которого мы чпокнули в голову. Ну да, так теперь смотрю. Е-е-е, согласен, согласен. Это я так рассказал. GG. Это я так рассказал мнение, думаешь, бля, вот это там килл, вот это там килл, смотришь, ряд, а как это, да и че, ну и спрыгнул дробашом, убил, бля, че. Такой не впечатляешься. Ну вот две...